Всем привет! Меня зовут Володя, и вы на моем канале о видеосъемке. И сегодня долгожданный разговор о FPV-дроне, о том, что же я купил и во что мне это все вылилось. Погнали! В общем-то, тема FPV-дронов для меня встала достаточно давно, еще в 2019 году. Вот этот вот агрегат я тогда купил, надеясь полетать на симуляторе, на компьютерном симуляторе, научиться всем вот этим вот FPV-шным выкрутасам и уже тогда переходить, собственно, к покупке непосредственно самого дрона. Так что вот этот вот пульт, с которым я летаю уже сейчас по-настоящему, а в тот момент, в 2019 году, я учился с помощью FPV-симулятора. И давайте сразу буду говорить, сколько это стоило. Вот этот пульт, если я не ошибаюсь, обошелся мне в 12 тысяч рублей, ну плюс-минус. Вот с этой вот штуковины я начал свое путешествие в FPV-пространстве. А дальше прошло много времени, много воды утекло. И что же меня сподвигло двинуться дальше? Потому что я реально, ну, полетал, наверное, 2 месяца, попрактиковался, потом забросил все это дело, какие-то другие интересы появились, плюс пандемия, в общем, не до коптера было. Даже тот DJI-евский дрон, который у меня был на тот момент, я тоже продал, потому что... ну, как-то не было работы, плюс всякие глушилки в Москве. В общем, я решил, что без дрона мне лучше, легче и деньги целее. И вот спустя 2,5 года я увидел видео на канале «Человек с Земли». Там он летал на FPV-дроне к вулкану. И потихоньку-потихоньку я снова начал вдохновляться идеей вот этих вот полетов, полетов от первого лица. И я начал смотреть, что же мне приобрести. Разобраться с нуля в этом было нереально, потому что никаких форумов, никаких ребят, друзей, знакомых, которые летают на FPV, у меня не было, даже не знал, у кого спросить. И в результате я решил действовать по самому простому алгоритму, взять такое же оборудование, как вот у этого человечка с Земли. И летал к вулкану он на iFlight Chimera 5. И вот он появился у меня. На вид похоже на игрушку. Ну, собственно, все FPV-дроны это игрушки. Только на некоторые можно вешать достаточно тяжелые камеры и выполнять с ними профессиональные задачи. Обошелся он мне 1030 рублей, и параллельно я стал думать, что же мне для FPV-коптера нужно еще. При заказе на сайте iFlight или на Алишке, ну где-то я его заказывал, не помню, по-моему, на Алишке, был выбор радиопередатчика. Ну, конечно же, я решил разобраться все-таки, какой мне приемник-передатчик нужны, и остановился на Crossfire. Но если с передатчиком на самом дроне было достаточно просто, то вот что мне купить для моего пульта было такой дилеммой. Ну, еще раз повторяюсь, потому что я в этом совершенно не разбирался, и спросить у меня не у кого было. Но такие, немножко погуглив, как иначе, в общем-то, всю информацию сейчас можно найти в интернете. Ничего страшного нет, если ты что-то не знаешь, всему можно научиться, даже без посторонней помощи. И вот я нагуглил, что для моего прекрасного пульта мне нужен вот такой вот донгл от Crossfire. Прибамбасина выполнена вот в таком конструктиве, то есть это отдельный блок приемника с антенной, с интерфейсом USB. И как раз у моего пульта был разъем для установки вот таких вот extension модулей. Ну, слава богу, что сейчас у большинства таких вот больших полноразмерных пультов есть возможность установки таких вот внешних модулей. Этот прекрасный приемник обошелся, если я не ошибаюсь, в 7000 рублей. То есть сравните пульт 12, приемничек 7. Погнали дальше. Это маленькая история про систему управления. Что же с передачей видео? Немножко вернусь назад и расскажу, что при заказе, опять же, коптера на Алишке был выбор еще и видеопередатчика. Я решил основывать свою систему на цифровой передаче данных, потому что она мне показалась более прогрессивной и более качественной с точки зрения самого изображения и дальности полета. И я решил остановиться на системе DJI. Как бы это ни странно звучало, DJI коптер продал и в результате взял систему передачи видеосигнала от той же самой DJI. Но на самом деле здесь у меня стоит такая микроверсия этой системы от другого разработчика, но сделанная по лицензии, проданной им от компании DJI. Передает картинку этот модуль с разрешением только 720p. Если я ничего не путаю, поправьте меня, если путаю, в комментариях. Нет возможности записывать с помощью самого коптера видеосигнал, только на очках это можно делать. Вот. Получается, что для передачи радиосигнала здесь стоит передатчик Crossfire Mini.
Приемничек я тоже купил для пульта. И мне остается купить теперь приемник видеосигнала. А им могут быть в моем случае только очки DJI Googles. И тут я решил взять версию поновее, вторую. После коптера вот эти вот очечечки — это самое дорогое вложение или приобретение, которое потребовалось для того, чтобы вообще в принципе взлететь с этой всей системы. Очки мне обошлись в 52 тысячи рублей. По сути, они стоили столько же, сколько сам коптер, плюс пульт управления, плюс Crossfire. Да, вот так вот. Считайте, пол комплекта FPV-дрона стоят вот эти вот очечки. Сейчас они подешевели, но тогда мне обошлись в 52 тысячи рублей. То есть особо экстремальные полеты меня не интересовали. Я хотел плавненько, аккуратненько, возможно, даже в режиме стабилизации, иметь возможность летать на большие расстояния. Поэтому я сразу же заказал за 5 или 6 тысяч рублей такой патч, который заменяет штатные всенаправленные антенны. Этот патч делает систему приема видеосигнала более направленной и дает большее усиление, что в итоге позволяет улетать на большее расстояние без потери видеосигнала и с хорошим его качеством. 52 тысячи рублей, ну, короче, 60 с патчем. Далее нам нужно топливо для дрона, то, что его будет питать. Как я уже сказал, я не собирался брать дрон для экстремальных каких-то полетов, переворотов, гонок и все такое, поэтому я решил остановить свое внимание на литий-ионных аккумуляторах, которые могут, в отличие от литий-полимерных аккумуляторов, очень долго отдавать ток. Но единственное, что они не могут выдавать сразу какие-то предельные значения, и большая нагрузка для них может быть критической. Купил я для начала два аккумулятора от фирмы Yur UAV на 3000 мАч, что в принципе должно было позволить мне летать минут 10. Два аккумулятора на 3000 мАч, стартовый комплект, но, к сожалению, один из них я угробил еще на этапе просто каких-то пристрелочных полетов, просто в принципе, чтобы понять, как это все управляется, как с этим обходиться. Первая такая потеря моя, и это, конечно же, говорит о том, что все комплектующие для коптера, ну, кроме, может быть, очков, это расходный материал. Убил я его, немножко не заметив просадку по напряжению, чуть-чуть переразрядил одну ячейку, она у меня бахнула в полете, коптер упал в поле. И перед своей большой поездкой по Крыму я остался всего лишь с одним аккумулятором, потому что я не представлял даже, где можно купить еще такие аккумуляторы. Все Авито облазил, там литий полимерный, и то связываешься с человеком, никто не отвечает. Ну, в общем, не знаю, если что, опять же, пишите в комментариях, что я лошара, и нужно было искать в определенном каком-то интернет-магазине или у людей. Мне бы все сделали, продали, но я не нашел. Поэтому вторым аккумулятором я разжился только после уже поездки по Крыму и купил себе, смотрите, что. Купил себе вот такой вот аккумулятор на ячейках 21700, тот был на ячейках 18650. Что такое ячейки, я, наверное, когда-нибудь вам расскажу, если вы не знаете, но не в этом видео. Короче, вот этот аккумулятор, он больше по емкости, 5000 мАч. Забегая вперед, скажу, что с GoPro 9 он позволяет летать 18 минут где-то в таком лайтовом режиме, в режиме долголета. Он тяжелее, он более емкий. По току, по-моему, он даже еще чуть меньшую нагрузку держит. В общем, его тоже переразряжать нельзя, как и все другие аккумуляторы, потому что удовольствие это дорогое, в данном случае 5500 рублей. Но вы уже там суммируете, да, сколько получается. И продолжая разговор про питание, эти аккумуляторы надо как-то заряжать, потому что, видите, разъемы здесь нестандартные для каких-то мобильных устройств, ни USB-C, ничего такого, поэтому для этой штуки нам, конечно же, нужно зарядное устройство, которое стоило еще 100 баксов. И я купил вот такую штуку от Toolkit RC, четырехканальное зарядное устройство. Потенциально оно позволяет заряжать одновременно 4 аккумулятора, но я так пока и не разжился еще двумя, так что использую только 2 ячейки. Дальше, без чего нам не обойтись и чем стоит запастись, конечно же, сразу. Это дополнительными комплектами винтов. Потому что первые мои пробные полеты, конечно же, привели к тому, что пару вертушек я сломал. И вот заранее лучше купить вот такие вот запасные винтилоперы, они тоже комплектом продаются.
Вот. Чем вы больше купите, тем меньше проблем вы будете испытывать при поломке очередного пропеллера. Так что советую и ими запастись как можно больше. Так, значит, пульт управления у меня укомплектован. Система передачи видеосигнала у меня имеется. Кстати, забыл сказать, что, естественно, на коптере есть камера навигационная. Вот, она предназначена только для управления этим устройством, и она не обладает какими-то сверхнавороченными характеристиками для записи видео. То есть это не аналог тех камер, которые стоят в коптерах DJI, которые имеют большие сенсоры и позволяют классно записывать картинку. Эта камера нужна только для того, чтобы видеть, куда ты летишь. Поэтому, так как я планировал сделать долголет, который мог принести мне Cinema кадры, Cinema, конечно же, я решил привинтить GoPro-шку на этот коптер. И специально для этого у меня была припасена GoPro 9, которая стоила, ну, тоже в районе там 30 тысяч рублей. Складывайте, складывайте, смотрите, сколько получается. И для этой GoPro-хи мало того, что потребовалось купить крепление. Ценой этого крепления, по сути, можно пренебречь, потому что оно там печатается на 3D принтере. И, ну, стоит там 1000 рублей, бог с ним. Но что же еще нам нужно для классной съемки? Нам нужен набор нейтральных светофильтров. И в своем предыдущем видео я уже рассказывал об этом комплекте фильтров от фирмы FreeWell. Те штуки, которые я угробил. И вот еще 5000 рублей вам для полного комплекта ND8, ND16, 32 и 64. Вот такие фильтрики. И, кстати, вот тот самый тоненький, который у меня отклеился. Такой набор всяких агрегатов, необходимых для полноценного использования FPV-коптера, у меня собрался. А место занимает вся эта история ничуть не меньше, чем Phantom 4 со своими дополнительными аккумуляторами, со своим огромным пультом управления. Ну, разве что очков там не было, а так по объему получается то же самое. Так что, если брать этот комплект для путешествий, ну, то есть придется мириться с тем, что не настолько все компактно, насколько хотелось бы вам. Ну, а если вам заходит тема FPV-дронов, и вы хотите видеть новые видео на этом канале о них, конечно же, ставьте лайки и пишите в комментариях свои вопросы, что бы вы хотели узнать о данной тематике, и не забывайте подписаться на канал. Всем добра, бобра и до новых встреч. Пока!